По данным мониторинга торговых предприятий города Новочебоксарск, по состоянию на 30 сентября 2013 года средние цены снизились к 23 сентября на следующие товары. Свинину почти на 28%, масло подсолнечное на 4%, вермишель почти на 7%, капусту белокочанную, свежую, морковь и яблоки. Средняя цена на вышеуказанные продукты питания снизилась в связи с расширением ассортимента и завозом более дешевой продукции в торговые предприятия. Рост цен произошел на говядину, куры, масло сливочное, яйца, куриные, чай, черный байховый на 7,5%. Муку пшеничную, рис шлифованный почти на 7%. Пшено, крупу гречневую, картофель. Средняя цена на вышеуказанные продукты питания увеличилась с поступлением новых партий данного товара и торговые предприятия, а также с расширением ассортимента. На остальные социально значимые продовольственные товары первой необходимости цены остались на прежнем уровне.